Все, что вы услышите ниже, слишком личное. Настолько, что я лично прошу вас немедленно выключить. Простите, но зачитал для себя исключительно эгоистично. Но майк лечит лучше, чем врачи. Разговор тут снова пойдет обо мне. По-моему, народ, я оказался в полном говне. Я до конца пытался играть наравне, но со временем становится только больней. Кто-то поселился во мне, я даже помню день. Смотрел в иллюминатор, из Алматы летел. Меня отрубил от сети какой-то осел. В голове хуни намутил, с тех пор херово все. Мне, мягко выражая, стало как-то неудобно. Хотя пожаловаться не на что особо. Говорят, что похудел и перестал быть добрым. И каждый день жизнь заставляет быть более собранным. Я и подумать не мог, что именно так накроет. Но я с ума сойду, ей-богу, от этих геморроев. И никогда не строил из себя супергероя. Но порой я чувствую, что скоро вскроюсь. Закрою вопрос со здоровьем, его нет. День считается ровным, если не был обед. Хотя бы бутер съел, уже есть обед. Нет, так нет, ладно, поем завтра. Я бы прибавил к своему весу несколько килограмм. Естественно, не переусердствовал бы, как Биг Пан. Я уважаю Библию, признаю Коран, но не хожу по храмам, а верю своим небесам. Верю кому-то чисто своему, тому, кто там. Соблюдая правила, которые сам написал. Я не поднимал бы вообще на эту тему базар, но почему-то холод по шее и влажные глаза. Леха, здорово, как сам? Все нормально. Уверен, ты какой-то уставший. Все нормально. Братан, да на тебе лица нет. Да не нормально. Точно. Все нормально, все нормально. А Сэма часто видишь? Да, все нормально. А почему не за рулем? Все нормально. Ты где, руку-то сломал? Забейте, нормально. За болезную, за бабулю. Спасибо, нормально. Леха, здорово, как сам? Все нормально. Уверен, ты какой-то уставший. Все нормально. Братан, да на тебе лица нет. Да не нормально. Точно. Все нормально, все нормально. А Сэма часто видишь? Да, все нормально. А почему не за рулем? Все нормально. Ты где, руку-то сломал? Забейте, нормально. За болезную, за бабулю. Спасибо, нормально.